Это твои первые карманные деньги. Потрать их с умом. Ну, на что потратил деньги? Отдал их бездомной тетеньке. Неплохо. Чтоб она показала мне свою пизду. А ведь вложив эту 1000 в дело, можно было бы заработать в 10 раз больше. А можно мне еще 1000? Нет, ты опять их потратишь на ту бомжиху. Кстати, теперь она будет жить с нами. Проползай. Хочешь узнать как? Смотри по ссылке в описании.